И снова с вами канал Мы Дачники. У меня сегодня по плану мясные изразы с начинкой из риса, лука и вареного яйца. Фарш пока я не трогаю, а занимаюсь начинкой. Значит, вот такой мультистакан риса надо сейчас промыть и загрузить в мультимарку на режим рис-крупы. Что я сейчас и сделаю. А сверху сразу положу 2 яйца на корзину от мультиварки, чтобы они варились. На дно мультиварки я налила немножко растительного масла, сложила промытый и перебранный рис. Немножко добавила соли. Добавляю немного воды, чтобы покрывал рис на один палец буквально. И выставляю программу рис-крупы. Она стандартная на 25 минут. Сейчас же можно еще поставить лоток и положить 2 яйца, чтобы они отварились. Все, закрываем крышечку и ждем. А пока рис варится, фарш я добавляю, у меня куриный фарш, добавляю столовую ложку крахмала кукурузного, можно и картофельного. И разбиваю одно яйцо. Сейчас буду солить и тщательно его вымешивать. Так, фарш с яйцом крахмалом вымесила. Потом после этого добавляю 2 зубчика выдавленных под прессом чеснока и 2 столовые ложки панировочных сухарей. И опять эту массу надо вымесить. Итак, фарш я вымесила. Он стоит и ждет, когда из него будут делать уже зразы. А половинку лука я вот порезала на кусочки и сейчас буду жарить до золотистого цвета, пока варятся рис и яйца. Лук я довела до такого вот золотистого цвета и жду, пока отварится рис, чтобы его промыть и закинуть на сковородочку и немножко протомить с луком. Отварной рис я добавила к луку, все подсолила. Сейчас перемешиваю и начинка должна чуть-чуть подтомиться на сковородке. Яйца тоже отварились, они у меня в холодной воде остывают. То есть, когда это вот начиночка рис с луком остынет, я добавлю туда нарезанные отварные яйца. И это будет уже полноценная начинка для зраз мясных. Так, лепим зразы вот таким вот образом. Лепешечку фарша я укладываю в мисочку с панировочными сухарями. Потом беру немного начинки, столько буквально, и защипываю фарш, как пирожок. Ну, теперь леплю просто пирожок такой и укладываю зразы на разогретую сковородку. И будем жарить до румяности с одной и с другой стороны. Итак, мясные зразы готовы. Нужно на тарелочку и пробовать. Хрустящая корочка и сочная внутренность. Вот так все это выглядит в разрезе. Ну, теперь всем приятного аппетита. Пока-пока.